Впереди нас ожидает много праздников. День всех влюбленных, 23 февраля и женский день 8 марта. А вместе с ними и череда застолий. Порадовать близких и удивить гостей вкусным угощением предлагает компания «Рыбак Камчатки». Только на ее прилавках вы найдете тихоокеанскую рыбу натурального копчения, а также настоящую красную икру. Все ближайшие выходные «Рыбак Камчатки» приглашает за покупками во дворец спорта имени Рамазана. Один только вид этих дальневосточных деликатесов вызывает аппетит. Из лавки компании «Рыбак Камчатки» невозможно уйти без покупки. Постоянным покупателям хорошо известен особенный вкус этой копченой и соленой рыбы. Антонина Владимировна каждый раз в числе первых спешит приобрести вкусные и полезные морские дары. Она всегда свежая у них здесь, поэтому мы и ходим уже сколько лет. Сколько вот они ездят, это столько мы и ходим. Потому что в магазин придешь, такой нету все равно. Чевыча, палтус, нерка, треска или скумбрия холодного копчения хороши в нарезке и на бутерброды. А это же рыба, но прокопченная в горячей печи будет особенно вкусна с картофельным пюре или рисом. Для тех, у кого особая диета, есть рыба малосольная. Для любителей рыбочки, которые не любят косточки, мы предлагаем белорыбицу. Это балычок белого мяска. Она у нас как и холодного, так и горячего копчения. Это была огромная рыбина, с которой мы достали все косточки, сделали с нее чистое, вкусное, жирное филе. Красное золото Камчатского края и икра чевычи. Крупнозернистая, рассыпчатая и жирная, богатая белком, микроэлементами и витамином D. Идеальный продукт для сохранения молодости и поддержания иммунитета. Как видите, наша вся икра какая красивая, рассыпчатая, неводянистая. Икриночка к икриночку, так и рассыпается. Еще одна отличительная особенность компании «Рыбак Камчатки» – большой выбор свежемороженной продукции. В вакуумной упаковке ни грамма снега или льда, только рыба, которую, кстати, уже почистили на производстве. Горбуша, окунь и треска представлены в виде филе, белорыбица и чевыча в виде стейков. Стейки чевыча готовятся очень просто. Буквально немножко сольки, перчика, посыпали их с двух сторон, немножечко подержали, минут 10 подержали и сразу или на мангал, или на сковородочку жарим буквально по 5 минут с каждой сторонки, и рыбка полезная и вкусная уже готова к вашему употреблению. Побаловать себя и своих близких полезной тихоокеанской рыбой можно, посетив торговую точку компании «Рыбак Камчатки». Она расположилась в Дворце спорта имени Рамазана и будет гостить в Магнитогорске по 14 февраля включительно. Павел Берсенев, Елена Тимофеева, Алексей Абашин, телекомпания ТВИН.